Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу барахолку Магнитогорска. Была я в воскресенье 5 декабря на ней. Походила, побродила, и вам хочу сейчас показать. Поностальгируйте вместе со мной, повспоминайте. Может быть, какие-то вещицы знакомые увидите. И, может быть, что-то присмотрите и напишите мне в комментарии. Цен я в основном не узнавала, на некоторые только предметы, я буду комментировать это. Я решила на видео не накладывать музыку, чтобы вас погрузить полностью в ту атмосферу, чтобы вы послушали хруст снежка, разговоры чьи-то чужие. Много елочных игрушек старинных было, Деда Морозов и Снегурочек. Но мне это ничего не надо, я посмотрела и ушла. В конце покажу, что я купила в итоге. Кому показала, что я быстро снимаю, вы поставьте на медленную скорость. Это ставится в настройках под видео, где шестеренка нарисована, а в телефоне в правом верхнем углу три точки. На них нажимаете и ставите скорость, какую вам надо. Когда снимаешь, невозможно все рассмотреть. Вот этот утюжок стоит 200 рублей. Надо смотреть и на товар, и на телефон, чтобы не пропустить что-то, чтобы нормально снималось все. А некоторые продавцы недовольны, они им не нравится, что их снимают, что их товар снимают. Поэтому как-то я стеснялась сильно открыться, что я снимаю. Ну, как-то так. По базару. Подстолье под швейную машинку стоит 3000. Вот увеличитель, утюги старинные, подковы. Чего только нет. Ржавый гвоздь найдешь. Не то что ржавый, я увидела уже в кадре, когда пересматривала видео, зубную щетку. Представляете, люди? Зубную щетку продают. Бэушную. Yeah.
такая хрустальная пепельница и у меня есть. На даче лежит. Куда ее девать? Для чего? Не знаю. Держу и выкидываю. Отдать надо на барахолку. Может, кому пригодится. Елочные игрушки продают от 30 рублей и выше. 50, 70. Надо принести ее на вход. Какие симпатичные фигурки. Пингвинчики, львенок, белый медведь, кто там еще, бурый медведь, клоун, Дед Мороз, леопард. Алло. Я тут что Чугунки стоят от 250 рублей, которые чугунные, 300 рублей, по-моему, или 350. Ну, а здесь много современных статуэток, фигурок. Маркетинг. Разные есть. Маркетинг. Ну я как раз, я же говорю, в Рязани ездил, не мог найти. Я хотел же спринтера. Случайно выстрелил его. Вот эти чайники, набор из трех чайников, 1500 стоит. А у вас стопочек нет старых, вот старинных, советских? А сколько платки стоят? Платки 30. 50, а это по 100. Это новые. Продают расписные шерстяные вот платки. Новые. Разных размеров. Новые бэушные. Даже хлопчатобумажный платок лежит. Вот такая вазочка-ведерко, конфетница у меня тоже на даче стоит под конфетками. А эта питьевая кружка стоит 70 рублей. В Кисловодске, в Ессентуках такие продают очень много-много различных видов. А кто здесь продается? Он, наверное, женщина. А? Женщина, наверное. А кто здесь продавец? Он, в арке. Девушка. Спрашивайте, что? Рюмочки, вот эти по 30 рублей. Есть вовчо их сложить? Да, пакеты, газеты. Да.
знаете. Сегодня, да, особенно. Сегодня особенно. Вчера 3, сегодня 13. На чайнике непонятное клеймо. Не знаю, что это за завод. Сначала тяжелое. Может, подарок? Нет, 20 рублей. Я его 1000 отдал, сейчас 1000 рублей. Я его 1000 рублей отдал, а он всего зимой, всего я плачу. Весной я, когда столы будут, это все деньги все складу. Ну, скороварка старинная. А сколько платки ваши? Платки сколько стоят? Метр сорок, метр сорок. Ну это современный, а тот старый, да? Нет, это тот старинный. Старый. Это старинный. Это точно старый, а тут не увидно. Всякое потом.
когда-то были в моде вот такие чеканки. У меня тоже на даче есть чеканка, которую я дарила мужу в юности, в молодости. Вот даже такие книги здесь продают. О! Это 90-х годов уже, по-моему, современные такие. Девушка. А что, нельзя? Не, фотографируйте, что-то показать. Я снимаю, ну. Теплее становится. Слышишь? А, ну теплее становится немного. Солнце уже греет. Много техники детской различной. А сколько различных железяк продают? Ой-ой. А крышек? Уйма целая. Наверное, кто-то покупает. А вот этот интересный продавец попался. Здесь у него тоже всякие железяки старинные, машинки швейные. Видите, смазка даже это идет. Видите, заводская смазка. Вот за эту машинку он просит 1500. И говорит, что она рабочая. Объясняет мне, что все крутится, что все смазано. Она такая ржавая, страшная. Видите, можно смазать, даже ВД-шкой брызнуть. Ну, допустим, все это почистить. Все это рабочее. А та современная, да? А? Та современная? Нет, почему-то. А, так же все это. Сколько потерянных номеров? Там иголочки нету. А это роликовые коньки. Смотрите, натуральная кожа. Они новенькие совсем. Да, на них почти видно, почти не видно. Года не видно? А? Года не видно? А вот давайте снимем. Новые. А это роликовые лыжи? 80-х годов. Цена 35 рублей. Видите, состояние. Почти не бегает. Вот он, видите, крутится. А назад не идет. Со стопором. Видите? Это идеально с палками. А? С палками бегали на этих. Ну, сейчас я вот так. Да, раньше. Давай. В идеальном состоянии. Ага. А фонарь он от чего? Фонарь от чего работает? Это керосиновый фонарь. А, ну это понятно. Ну деньги оставляй, проверяй, только я не знаю, скольки он ватт работает. Такой большой поднос металлический, тяжелый такой. А сколько поднос? 700. 700? Он металлический? Ну не знаю, это не жестовский, наверное. Хотя на черном фоне все. О, тяжелый. Опять елочные игрушки. Да. Бусы, помните, попали такие в 70-х годах были? Что ты у меня сегодня шишки, рукавицы не спрашиваешь? Нет. Сосульки. Кого-нибудь попаду. И нет, давайте, девчата, поймайте и нет, давайте. Пусть бегает со мной. Поплачет, перестанет. Давай это поменяемся пока. О, я не подъем. Нас
сколько этот чайник? Он современный, да? Вот такая умная. Махнулась, не глядя. Умная. А сколько вот этот комплект? Это 300. Ну, здесь всего 3 чашки. 6 тарелок таких, 6 таких, кофейник. А вот эта конфетница сколько? Это 150. Она побитая, да? Вот такой формы. Ой, конфетница мне нравится очень. Их магазин сейчас нет на такой высокой ножке, чтобы были. Они или низкая ножка. Вот тарелочки посмотрим. Или твоя крутые очень. А вот эта мне конфетница очень понравилась, подошла бы, если бы я не была со сколом. Первое, я бы ее купила. О, сечка. У бабушки была такая. А сколько нож такой? Щелковочный нож для капусты стоит 100 рублей. Иди за продуктами, Валер. Сумки Чемоданы стоят по 300 рублей, а самый верхний, поменьше, 400. Выглядят неплохо эти чемоданы. Ну а я в итоге купила вот этот платок 1,20 на 1,20 м. Состав 97% шерсти, 3% люрекса и производство Японии. Вот как. Он, конечно, весь практически подранный, но мне резать на пиццу пойдет. За 30 рублей я его купила, поэтому не пожалела. Сразу постирала, пришла его, высушила и вот вам показываю. Надеюсь, что вам видео понравилось, что вспомнили советские времена. Пишите комментарии, какие воспоминания на вас навеяло это видео. Что вы вспомнили? С наступающим Новым годом! Всего доброго, здоровья, до встречи!